В Южном Судане при взлете в международном аэропорту Джуба разбился частный Ан-12. По предварительной версии, военный транспортник был сильно перегружен. Он не мог набрать высоту и рухнул на поселок в километре от города. На земле погибли как минимум 36 человек. Полной ясности о судьбе экипажа до сих пор нет. Точно известно, что он состоял из 6 человек, 5 граждан Армении погибли. Штурман, и это подтвердили в нашем МИДе, мог быть россиянином. Дипломаты уточняют детали. На борту находились и несколько пассажиров-суданцев. Выжил только ребенок. Тем временем специалисты завода «Антонов» утверждают, самолет, построенный 44 года назад, не должен был подниматься в воздух, потому что не прошел все необходимые доработки. При этом борт был буквально забит товарами народного потребления. Поисковая операция продолжается сейчас. Часть обломков лежат на дне реки.